разработчиков и то, что устанавливается на наши тяговые подвижные единицы. Автопилот? В самолете это автопилот. У нас это называется схема автоведения поезда. Машинист пришел, одел браслет на руку, завел фотабельный номер, номер поезда, длину состава, количество осей, массу, все показания, ограничения по пути, нажал кнопку «Пуск», поехали, как Гагарин. И дальше уже в качестве оператора наблюдает за тем, как это работает. Но в любой момент может принять управление на себя. То есть, как вы уже слышали... Пассажирские локомотивы все оборудованы. Уже, да? Да, уже. Вы, как уже слышали, она, пока он объяснял про светофор, она сказала, впереди переезд. Да, то есть, да. Она предупреждает машиниста о какой-то опасности впереди, то есть, то либо переезд, либо это смена сигнала, и проверяет его бдительность машиниста, не уснул ли он от безделья. Что за браслет? На руку одевается специальный браслет, он меряет давление, пульс. Да. Если система понимает, что машинист теряет бдительность, начинает кивать носом, она ему женским таким нежным голосом сопротивление тела определяется.